но я ни к чему. Я отвечу почему. Это удовольствие дорогое. Посмотри на туре, бля, вот от маты конопля. Дай по море, а ты все проспетное. Какого хера? Эй! Эй! Стой! Нет, нет, нет! Молчи, молчи ты! Вон, 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 вон! Сюда! Сиди! Молчи! Где? Сука! Никто не узнает, что я тут, и что это тут. Идеально. Эй, я уже 10 продал. 20 фунтов за мешок. 200 фунтов. И вот твоя доля. 40% за то, что помогаешь. 40. Нет, 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 не нужны мне. Мне это не нужно. Просто уходите. Нет, это проблема. Негде хранить. А живу с двумя сучками, и они все прошарят. Божечки, не надо, не надо. Идем. Идем. Ты как, детка? Мы тебя умоем. Идем. Нет. Тито. Тито, это ошибка. Он ребенок и не знал, что творит. Нет. Ты мне скажешь, что ты меня хочешь. Прекрати, умоляю. Ты меня хочешь. Скажи, что хочешь. Скажи, что хочешь, или я прирежу твоего спиногрыза. Ну, говори. Трахни меня. Трахнуть? Да. Прошу тебя. Хочешь? Очень хочу. Да, я хочу. Да. Я тебя люблю. Люблю, Сара. Хочу. Да. Иди сюда. Сара, я тебя хочу. Да, и я тебя. Да. Сара, я тебя люблю. Сексуальная ты. Сука! Господи, твою мать! Хорошую женщину найти тяжело. Какой путь проходит кокаин, прежде чем оказаться на вашем зеркале? Весьма долгий. Наш картель терпит убытки. Я пошлю в Колумбию двух головорезов, чтобы они нашли крысу. Не вставай. Что за дела? Пора за работу. Чем ближе кокаин к большой земле, тем он становится дороже. У нас проблема. Что за проблема? Что есть на этих двоих? Ну, один любит шлюх. Простите, леди, но я не по этой части. А второй первоклассный повар. Не нравится мое меню? Проваливай. Ситуация вышла из-под контроля. Скажи мне, где он? Я вижу тебя насквозь. А я прострелю тебя насквозь. Картель — это семья. Из него не выйти. Здесь куча денег. И это не предел. Никуда не уходи, ладно? Намечается классная вечеринка. Только я могу править в этих кокаиновых джунглях.
Да здравствует король. А? Вот что происходит, когда мнишь себя гангстером. Ты еще не здесь, потому что ты мне нравишься. Я чувствую себя лишним на этом празднике жизни. Я не гангстер. Я бизнесмен. И так получилось, что мой товар — кокаин. Вход запрещен. Всем нравится открывать дверь с надписью «Вход запрещен». Свое богатство нужно как-то объяснять. У меня доля в преуспевающем имущественном агентстве. Это дает нечестный доход и позволяет списывать налоги. Это Тами. Кто твой приятель, Сидни? Это хороший друг моего дяди Дюка. Но он уходит. Да, но ты ведь выпьешь на посошок. Ваше шампанское, сэр. Я не заказывал. Всегда помни, чтобы добиться успеха в бизнесе, надо быть хорошим посредником. До свидания. Знаешь, почему люди вроде тебя не могут бросить этот бизнес? Потому что вы приносите слишком много денег людям вроде меня. Ты слышишь меня? Да. Вы, англичане, понятия не имеете о чести и уважении. Обычно я убиваю за меньшее. Мне нужен мой товар и дюк. Я не достал твои таблетки. Дай мне еще один день. Не надо ссать мне в карман и говорить, что идет дождь. Говорю в последний раз. Ты вернешь то, что принадлежит мне. Я... Господи! Даю тебе еще один день. Как только ты родился, ты уже в дерьме. Начинаешь взрослую жизнь, и вокруг еще больше дерьма. Залезаешь немного выше, дерьма становится меньше. Пока когда-нибудь ты не достигнешь заоблачных вершин и вообще не забудешь, как выглядит дерьмо. Слоеный торт. Помочь, сэр? Здравствуйте, офицер. Вам помочь? Нет, нет, все в порядке, спасибо. Что у вас там? Пеканы. Везу вот племянницы. Пеканы? Да, пеканы. Она делает худший в мире ореховый пирог. Жалко ее мужа. Впрочем, пеканы тоже жалко. Семья – это самое главное. Не делайте, как я. Я поставил работу превыше всего. Я думал, что важно стать кем-то, но в итоге стал ничтожеством в собственном доме. Я был ужасным отцом. Ужасным мужем. Я все упустил. Я не достоин прощения. Этот раз последний. Прошу тебя, Господи, помоги мне. Что бы там ни было, прошу за все прощение. На, какой я.
Это мы? Это мы. Открывай дверь. Это называется провести уборку? Это Андрес. Зовите меня Скорпионом. А это еще что? Ушки мне здесь ни к чему. Верни его мне. Немного погодя. Привет. Я Скорпион. Скорпион что? Просто Скорпион. Окей. Итак, перейдем к делу. Пожалуй, сперва проверим товар. Проверить на что? Насколько он чистый. Вы сами-то откуда? Из Голландии. Мы. Вы уже делали закупки? Мне это не впервой. Но как подходит? Не совсем. А по мне так первый сорт. Раньше я пробовал получше. Я дам вам 45. Товар стоит 50 тысяч. Ну какого черта? Тони. Подождите. Не ври, что у тебя нет денег. Товар стоит 50 тысяч. Твои деньги при тебе? Да, они со мной. Бумага есть? Вот. Возьми. Что вы делаете? Вот как мы поступим. Это на 45. Но здесь меньше. Перегони деньги. Но здесь меньше, это неправильно. Кому сказано? Это не стоит 45 тысяч. Соня? До встречи. До свидания. Торговец наркотиками. Мы все были славными детьми из хороших семей. Мы выросли вместе. Ты это видел? Мы претворяли в жизнь нашу версию американской мечты. Но заправлял всем Джонни. Давай 500. Наркоторговец номер один. Он тебе продал? Да. Здорово, Джей. Я обещал тебе провернуть дело. Что случилось? Все сорвалось. Я должен получить свое. Фильтруй базар, Джонни. Я не из твоих шестерок. Раз уж наставил пушку, то уж лучше спусти курок. Ты всем запудрил мозги, но я на это не куплюсь. Джонни, это не брат того парня, который тебе дал? Тормози. На основе реальных событий. Все это очень скоро уладится, я обещаю. Старший брат мальца должен деньги. И Джонни держит его, ну, типа как гарантию, пока ему не заплатят. Ты типа выкупа, что ли? Как романтично. Это ничего, зато будет потом, что внукам рассказать. Заложник. Сегодня тебе повезло. Залезай. Где ты? Я здесь. Где ты? Я здесь. И хватит улыбаться, а то всем все понятно. Им казалось, что жизнь — это вечеринка. Ну что, тебе нравится? Да. Но как далеко можно зайти? Мы не можем так просто взять его и увезти. Я же тебе это и говорил. Этого парня похитили. Успокойся. Когда нет пути назад. Если просит выкуп, на пожизненное тянет. Скажи мне, если бы я предложил 2,5 штуки, ты убрал бы мальца? Ты что, совсем спятил? Надеюсь, ты пошутил? А что, если я скажу, можешь сесть в автобус и поехать домой? Я не хочу создавать проблемы моему брату. Тебе придется это сделать. У тебя нет выбора. Я не хочу в тюрьму. Что происходит? Я тебя спрашиваю, что происходит. Все стены заклеены объявлениями о пропавшем. Надо прийти с повинной. Альфа-Док. Я бы никогда не заложил вас. Теперь мы в этом уверены. Come on, this is over. Go
Пожалуйста, вернитесь в класс. Давайте, давайте. Да что с тобой в самом деле? Хочешь, чтобы тебя отчислили? Я просто здесь стою. Что вы вечно ко мне пристаете? Я к вам не приставала, мистер Лукас. Я разговариваю с вами, потому что вы не глупый человек, потому что вы лидер. Я прошу вас уделить мне 2 минуты. Я слышал все ваши проповеди, Джейн. Я не читаю проповеди. Я говорю с вами уважительно, как с личностью. Если мы перешли на личности, сучка, то мой тебе совет – отвянь. А если нет? А если нет, то что? То сильно пожалеешь, падла. Берегись. Как ты себя чувствуешь? Мне хорошо. Это все анестетики. Сломана нога. Локус меня подставил, я точно знаю. Тот самый, что не давал тебе прохода? Уверен, это он. Я с ним разберусь. Нет, ты бросишь в него гранату или еще что-нибудь. Если он виноват, то заслужил. Нет, нет, ты не должен в это встревать. Доброе утро, класс. Меня зовут мистер Смит. Я буду заменять мисс Хетско следующие несколько дней. Мисс Хетско решила передохнуть? Сегодня мы поговорим о Вьетнаме. Вьетком? Замена. Мексика. 20 миль к юго-востоку от Тихуаны. Мне вчера приснился кошмар. Да? А что именно? Я лежу в кровати, потом встаю и вижу свою мать. Упокой, Господи, ее душу. Сидит в кресле, на голове пластиковый пакет. Она, бедняжка, задыхается, а я не могу помочь. Дерьмо. Что за типы? Не дергайся, просто легавые. Это частная дорога, нужен пропуск. Есть пропуск? Нет пропуска. У тебя тоже нет? Тогда, ребята, у вас проблема. Можно купить пропуск? Да. Но обойдется недешево. Сколько? 400 песо. С тебя тоже 400. Хорошо. Сидеть, пидор. Так, показывай, что везем. Продукты. Покажи, что за продукты. О, старик. Ты смотри, ясно. Сухое молоко, козлики.
Трафик. Во времена, когда Америка была готова пойти в отрыв. Если хочешь удолбаться, я знаю, где достать. Барби! Я по мелочи не работаю. Берете или нет? Берем. Сколько ж бабла можно на этом настричь в Восточных Штатах? Только один человек знал, что ей предложить. Это рискованно. Дерек, она стюардесса, ее не проверяют. Мне нужно больше. Еще больше. Глазам не верю, мы угоняем самолет. Сколько вам нужно? Все, что есть. Основано на реальных событиях. Откуда товар? Из Колумбии. Рожу свою не чувствую. Сеньор Эскобар хочет вас видеть. Будем делать бизнес. Начнем прямо сейчас. Сколько можно на этом поднять? До хрена. 3 миллиона. Два раза считал. Нет, 2,5. Куда я их дел? В кладовке глянь. Нужна лодка побольше. Привет. Привет. Я Джордж. Я знаю, кто ты. Американец. Я свое дело знаю, папа. У меня отлично идут дела. Ты бы везде добился успеха, чем бы ни занимался. Стоять! Везде. Фильм Теда Демме. Я взял тебя в долю, и так ты мне платишь. Это бизнес! Кто познакомил тебя с Эскобаром, а? Я. Наведи порядок в своей жизни! Полегче, Джордж. У тебя теперь дочь. Нас с тобой разлучат? Нет, не говори так. Теперь все? Надеюсь, что нет. Джонни Депп. Пенелопа Крус. Франко Патента. Пол Рубенс. И Рэй Лиотта. Кокаин. Нью-Йорк, 1968 год. В бизнесе самое главное — честность. Взятки. Вымогательство. Верно сделал, трудолюбие. Убийство. Рэкет. Семья. Помните о своем прошлом, своих корнях. А это кто такой? В этом мире вы те, кем сами себя считаете. Одно из двух. Или ты авторитет, или ты никто. Брат мой. По мотивам реальных событий. Враг Америки номер один. Это наркотики. Моя компания продает товар лучше, чем у конкурентов. По цене ниже, чем у конкурентов. Они нарушают естественный порядок вещей. Судьи, юристы, копы, политики. Если в страну перестанут поставлять наркоту, тысячи людей останутся без работы. Фильм Ридли Скотта. Данные моего расследования показывают, что Фрэнк Лукас в наркоторговле поднялся выше мафии. И продюсер-обладателя премии «Оскар» Брайана Грейзера. Он закупает наркотики в Юго-Восточной Азии без посредников и использует американские военные самолеты для ввоза первоклассного чистейшего героина на территорию США. Ни один черный не сделает того, чего не сделала наша мафия за 100 лет! У нас проблема, брат. Мы можем уехать, куда захотим. И что мы будем делать? Бежать, прятаться? У американской мечты... Здесь мой дом. Здесь мой бизнес. Моя жена. Моя мать. Моя семья. Это моя страна. Я никуда не поеду. Есть оборотная сторона. Должен быть порядок. Важнее любой человеческой жизни порядок. Обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу. Клянусь, сейчас вытащи пистолет и всажу пулю в твою чертову башку! Пытались убить мою жену! Обладатель премии «Оскар» Дензел Вашингтон. За мной, Гарлем. Я не бросал Гарлем. И Гарлем не бросит меня. Фрэнк Лукас – самый опасный человек на улицах нашего города. Гангстер.
покорившая Британию. Играешь сегодня, сынок? Да ты чего, пап, я с этим завязал. 50 штук. 80. 100 штук. 250. Воу. 4 паренька крупным липли. Поэтому я здесь. Найди их, пытай их, а потом убей. А кто заказчик? Вы работаете на меня, больше вам знать ничего не надо. Прям как в фильмах про Джеймса Бонда. Если у тебя есть другие идеи, как нам достать 500 штук за 3 дня, поделись с нами. Я в деле. Я тоже. Я... Они вооружены. Чем вооружены? Вонью изо рта и матерными словами. Если молоко прокисло, я его лакать не собираюсь. Понял меня? У нас всего 2 настоящих ствола. Они хоть стреляют? С водяным пистолетом то надежнее будет. Вперед, вперед! 4 друзей. Ставки 100 к 1. 3 дня. Облажаешься, я тебя убью. 2 ствола. Забудешь что-нибудь, я тебя убью. И всего 1 попытка. Все ясно. Потому что если не ясно, я тебя убью. Он меня подстрелил! Gramercy Pictures представляет. В меня попали! Боже мой, ну сколько можно? Фильм Гая Ричи. Минуту назад это было плевое дело, а теперь уже боснийский конфликт какой-то. Карты, деньги, 2 ствола. Заверни ружья, посчитай деньги и пристегни ремень. Итак, как тебя зовут? Антонио Монтана. А тебя? Как звать? Ты где выучил английский, Тони? В школе. И от отца, он у меня был из Штатов. Как ты. Одним словом, янки. В кино меня то и дело водил. Слушал, как говорят Хэмфри Богарт, Джеймс Кэгни. Мои учителя. Хорошие ребята. Я знал с малых лет. Однажды окажусь в Штатах. Ты чем занимался на Кубе, Тони? Да, всем понемногу. В основном этим. Как его? Строителем был. Люблю руками работать. С армией. Ты в тюрьме не был, Тони? Я? В тюрьме, что вы? Нет. А шрамом где разжился, красавец? С киской играл? Это от какой же киски будет такой шрам? Он у меня еще с детства. Вы? Того, кто подарил, не видели. Его было не узнать. А это? Да, это так. Для моей подруги. Для подруги, как же. Навалом вас с такими татуировками попадаются. Это у них тюремная символика. Виллы означают, что он людей убивал. Ты будешь рассказывать, Монтана, или нам с тобой в тюрьму проехаться? Ладно, раскололи. Один раз отсидел. За то, что доллары купил. Подумаешь. Не смеши, Тони. Да, честно. У канадского туриста. А сначала что, избил? Уведите. Вставай. Ну, свалял дурака, бывает. Пошли. Да подождите, дайте мне сказать. Ты коммунист? А? Тебе бы понравилось? Если другие решали, что тебе делать, о чем думать, что чувствовать? Ты бы хотел жить в стаде, где все как овцы? Я не желаю больше слушать этот бред. Сам хотел бы работать по 10 часов в сутки и при этом быть нищим? Ты бы хотел, чтобы на каждом углу было по стукачу, который о любом твоем слове доносит? Я там по 3 раза в день осьминогов жрал. У меня эти осьминоги из ушей лезли, а на ногах русские ботинки и пятки голые торчат. Тебе бы так. Ты что, ждал, что я там останусь? Никакой я вам не преступник. Я не вор и не жулик. Я Тони Монтана, политзаключенный с Кубы. И у меня гражданские права. Вот так. Они мне президентом Картером обещаны. Ясно? Лицо со шрамом.